Всем привет! Добро пожаловать в клуб адептов кухонной магии. И сегодня у нас снова вскрытие. Дисплейчика предоставлено нам магазином Spell Market. И это снова выбор равники. Давайте начнем. С момента прошлого вскрытия прошла неделя. Цены все немножко опустились, кроме, конечно, Кразиса. Но все равно интересно поиграть в лотерею. Вдруг там попадется какая-нибудь крутая файлушка. Убираем, как обычно, в уголок. И начинаем. Десять карточек обычных у нас в первом бустере без файлы. Немножко повыше я камеру поднял. Поэтому, может быть, будет помельче. Метка часового, вымогатель Арзовов, ангельское упоение и придонный биомант. Потихоньку он играет в симиках. В моноблю он вроде как не заиграл. Ну и стоит вроде как, насколько я помню, совсем немного. Но тем не менее карточка такая, с потенциалом, на мой взгляд. Так. Дисплей отодвинем опять. И край куда-то врата. Так, врата и дух. Второй бустерочек. Раз, два. Снова 10. Первый анкоман сверло дрели. Возвращение диких земель. Самый такой комбо-деки текущего стандарта эта тема играет у нас. Третий анкоман — отстранение размещения с плиточка. И редкая карта в этом бустере у нас. Тейса Карлов. Десять. Кровавое банкротство. Сбор на битву. Крушение колосс. Или колосс. И редкая карта. Отречение повторения. Тоже, мне кажется, в симиках она играет потихонечку. Но тоже стоит вроде не очень много. Да, кстати говоря, кто не в курсе, я, в принципе, в группе это размещал. Чтобы получить 3 бесплатных бустера в MTG Arena, вам необходимо ввести вот такой вот промокод, который указан. Он как бы для всех, но каждый может его активировать только один раз. Внутри клиента мы MTG Arena. Там есть кнопочка во вкладке бустера, по-моему, кнопочка Redeem Code, и туда вот вводите вот Play as Engines и получаете 3 бустера, соответственно, выбора равники. Силана Путепроходчик, Блюстительница Арзовов, маг гильдии Комбината и редкая карта. Пробуждение былых. Не то, что хотелось бы. Совсем не то. Врата и дух. Все как обычно. Я уже скучаю по файловым картам. Привратная воровка. Шумная шаманка. Маг гильдии Синдиката и редкая карта Нистоста кланов. Что ж такое-то? Все вообще не то. Я, как вы можете увидеть, уже в ожидании ферексийского сета. Уже подготовлен.
Птеромандра. Такой тоже дрейк с потенциалом. Не очень дорогой, но, в принципе, на мой взгляд, достаточно играбельный в дечках на инстантах. Вездесущие глаза. Карнавал кровопролития. И пепельные лианы. Ни одной пока что карточки, на мой взгляд, такой value не было. Может быть, в этом бустере что-нибудь появится. Зажечь сцену. Цепкие когти. Маг гильдии комбината. И редкая карта. Таковище. Ура, ура, ура. Это Шокланд. Редкая дуалочка, она стоит денег. Врата Симиков и лягушка-ящер. Такой прикольный. И хочу напомнить, что сегодняшнее видео стало возможным при поддержке магазина Spell Market. Spell Market — это магазин, где вы можете купить запечатанную продукцию, либо синглы в широком ассортименте по приятным для вас ценам. Ссылочка на интернет-сайт магазина внизу под видео. О, здесь 9. Здесь у нас какая-то файлушечка. Метательница кинжалов. Старьевщик. Огненный акробат Рагдосов. И редкая карта. Духовное прощение. Это все пока что лимитед поломы, которые не особо-то играют в стандарте. Так что же, что у нас за файла? Врата Азориусов и файловая карта у нас. Вау! Это, кстати, достаточно прикольно. Заведующая задержаниями, она играет у нас в достаточно большом количестве колод. Она такая карточка с потенциалом. Это редкая карта и вдобавок файлушка. Достаточно красивая. Я думаю, что это попадание в деньги. Надо посмотреть, конечно, что оно стоит. Я выложу при монтаже ценничек. Но я думаю, что русская файла, как бы играющая, может быть, даже с потенциалом на какие-то вечные форматы, должна что-то стоить. У меня тут за окошком начали сбрасывать снег, видимо, с крыши. И немножко все грохочет. Если у меня что-то бампнет громко, не пугайтесь. Это не теракты, я надеюсь. И снова 9. Снова 9. Диверсант кровавого тумана. Сфинкс договора гильдий. Безжалостный понтифик. И редкая карта у нас. Витраж договора гильдии. Кстати говоря, тоже достаточно карточка интересная, с потенциалом, дает +1/+1 многоцветным существом под вашим контролем. Я уже играл с грулами, которые были такими грулами, которые не содержат вообще, как я понял, моноцветных существ, которые, естественно, содержат ритм диких и вот такой вот витраж. И когда тебе ставят на второй витраж, на третий ритм, и на четвертый какое-нибудь существо, допустим, вот эту вот грульскую, которая 3-3 с этим самым, с бунтом, то это достаточно сильно... Так, не бунт, а как это опять? Все время у меня забывается Riot, которая по-русски. Тем временем файлушка у нас Каманочек, и как бы это немножко мимо. Хотя и прикольно, гадание по руинам. Да, беспорядки. Это называется. Выскочил из головы и вовремя не сказал. Соответственно, витраж плюс ритм диких, которые потом существо с беспорядками, и ты получаешь проблемы. В этом бустере 10. Дух шпилей. Инженер круговорота. Сфинкс нового права. И редкая карта. Сфинкс предвидения. Вот интересно, на прошлом вскрытии я очень высоко его оценил. Как бы я думал, что он стоит там $10.
И потом, когда смотрел по MTG Goldfish, как-то был неприятно удивлен, когда увидел, что он стоил что-то там около 2, по-моему, долларов. Потому что, на мой взгляд, с потенциалом карточка, и я думаю, что она найдет свою нишу. 4-4 с полетом за 4 это уже хорошо, а у нее очень мощное свойство. Не знаю. Мне кажется, она недооценена и еще заиграет. Врата и Тина. Вот, кстати говоря, самый дорогой команочек, буквально недавно был, может уже, конечно, что-то поменялось, но тем не менее, это команочек, который можно положить сколько хочешь штук в вашу колоду. И получается отличная колода такая, ну, может быть, не турнирного, конечно, уровня, но тем не менее, достаточно прикольная колода, которая милит оппонента очень быстро. И эти команочки стоят что-то около доллара. Может быть, уже поменьше, конечно, потому что это все-таки как common. Но, тем не менее, когда тебе в деку их надо, там, я не знаю сколько, 30 штук, например, то я думаю, что даже common будет стоить денег. Так, я, естественно, сбился со счету. Сколько у нас здесь commonов, я не посчитал. Первый uncommon – кодекс ограничений. Второй uncommon – мстящая вампирша. Третий uncommon – запрещающий дух. И редкая карта – проект «Стражник». Вроде как ничего с ним не поменялось. Он как ничего не стоил, так ничего и не стоит. Врата и эмблемка Домри. А здесь 9. Здесь 9. Ангел Сводов. Небесный Страж Азориусов. Сфинкс нового права, прямо один сфинкс идут подряд. И редкая карта. Гуляка из Риксмади. Должен что-то стоить. Он вроде как играбельный и в черно-красных дечках, в рагдосах он практически всегда присутствует. Ну, хотя мне он особо вот не кажется таким мощным ни существом, ни способностью. Но, тем не менее, народ его пробует. Так, и что у нас там за файла? Врата и файлушка у нас. Файловый цепский трул. Прикольная карточка, но это common. И как бы играбелен, в принципе, только в limited. Здесь у нас 10. Кавалькада катастроф. Очищение сцены. Гоблин из Зурта. Вот, кстати говоря, и как раз существо для этой груульской дечки, которая на витраже, да? И редкая карта. Зиган утопийский оратор. Тоже вроде как много не стоит, хотя существо достаточно прикольное. Но я допускаю, что какие-то симики на нем соберутся, и это будет играть. Потому что еще не было профессионального уровня турнира. Я уж не знаю, как тут с всеми этими нововведениями от Wizards, как он теперь называется, Mythic Championship, который был раньше протуром. Вот. На нем обычно показывают как бы действительно какие-то колоды такие, которые могут поменять стандарт, поменять формат. Десять. Кровавое банкротство. Первый uncommon. Пламя вепря разрушителя. Плащеносный мистик. И удушливая подать у нас редкая карта. Так, грульские врата и человек. Сбор эссенции. Первый uncommon. Рев Карнариума, второй uncommon. Прыгучий жабоящер. И завораживающий бентит. Это у нас первый мифик на этом дисплее, насколько я понимаю. Зигана была редкой картой, да. Значит, наверное, первый мифик. Но это не в деньги. Хотя достаточно прикольно.
Башенная защита первый uncommon. Осьмикрокула второй uncommon. Колокольный призрак базилики. Кстати говоря, в арзовских колодах я его уже видел, он потихоньку играет. Но правда стоит так. И редкая карта у нас Джудит. Это главный гвоздь программы в любой Рагдос деке. Даже несмотря на то, что у нас есть карточка Рагдос, гвоздь программы, но на самом деле это не Рагдос, а Джудит. Она играет, и она должна что-то стоить. Не может быть, чтобы Джудит ничего не стоила. Очень прикольная карта. И здорово, что мы ее открыли. Так, зомби и Азориус и врата. Птеромандра. Боже мой, это не выговорить никогда. Рубокарабатка. Разъяренный цераток. И редкая карта. Фолиант договора гильдии. Ну, это так. Это не туда, куда хотелось бы. То есть, типа, поворот не в деньги. Так, и продолжаем. О, здесь 9. Здесь файла. Превратная воровка. Унижение. Тоже играет уже в арзовых. Шумная шаманка. Редкая карта в этом бустере. Вурм-опустошитель. Это мифик, но, к сожалению, опять же, не тот, который хотелось бы. И файла у нас здесь. Какая у нас здесь файла? Комоночек резвоногая мурена. К сожалению, снова не в деньги. Хочется просто вскрыть что-нибудь такое, чтобы вау, и весь народ стал это видео друг другу репостить. Смотри, какую он вскрыл карту. Таких вообще в этом наборе не было. Пока что получается не очень. 10. Игнус Плавильни. Первый анкоман. Архар Вороталом. Он уже, кстати говоря, заиграл и в стандарте. Совершенно поломный в лимитед. Он заиграл в дечке на вратах в стандарте. Как раз буквально вчера или позавчера я с ней в MTG Arena рубился. И он очень неприятный такой, даже в стандарте в этой деке. Биогенное улучшение. И редкая карта. Терзание. Ну, что, это классика. Отличный черно-красный ремувал. Так, отвлекся на настойчивых жалобщиков. И не посчитал опять, сколько команов. По-моему, вроде 10. Так, первый анкоман — Грульская хозяйка зверей. Да что ж такое. Цепкие когти — второй анкоман. Маг гильдии Сената — третий анкоман. И редкая карта — Сверхогонь. Ну, вот такие вот рары у нас сегодня. Я помню, что на прошлом видео он стоил что-то там какие-то центы. Снова Кавалькада Катастроф у нас первый анкоман. Силана Путепроходчик — второй анкоман. Дрейк Штормового Ветра — третий анкоман. И редкая карта — Ники, приверженка старины. Это что-то такое, видимо, для командера, наверное. Когда не знаешь, где играет карта, говори, что она, наверное, подходит для командера. Я таким правилом руководствуюсь. Решительный пес. Маг гильдии культа. Колос врат.
и редкая карта в этом бустере. Жрица забытых богов. Тоже, в принципе, в арзов деках она играет или поигрывает, ну, что-то такое, типа как аристократы на сакрифайсе основанные. Но, по-моему, стоит не очень. Кромсатель со шпилей. Карнавал кровопролития. Боевая готовность. И редкая карта в этом бустере. Театр ужасов. Еще одна достаточно важная для Арагдосов карточка. В принципе, достаточно прикольная. Арагдос врата и гоблин. Какой-то ночной гоблин. Тынь-тынь. Тыдынь-тыдынь-тыдынь. Снова 10. Диверсант кровавого тумана. Крушение колосс. Инженер круговорота. И редкая карта. Еще одна Тейса. Ну, Тейса, конечно, прикольно, но лучше бы приходили Шокланды в таких количествах. Здесь у нас файлушка. Эригенезис первый комоночек. Шумная развалина второй комоночек. Второй он комоночек, естественно. Громила из клана Барлаков третий анкомон. И возрождение возмездия у нас редкая карта. Вроде как такую я еще не открывал, мне кажется. Ржовская сплиточка. И что у нас по файле в этом бустере? Метательница кинжалов. Это анкомон. Ну, вроде как... Только в коллекцию, если вдруг кто-то собирает гоблинов, метающих кинжалы. С именем метательница кинжалов, например. В этом бустере без файлы. Грульская хозяйка зверей. Очищение сцены. Артист огненных клинков. Достаточно прикольная, опять же, Рагдос карточка. И редкая карта. Сточный костяк. Ну, тоже неплохо играет, но вроде как особо не стоит. Богослужитель обязательств, сверло дрели, боевая готовность и редкая карта, неповоротливый бастион. Это у нас строго для лимитед. Тем временем, если я не ошибаюсь... 9 бустерочков у нас еще осталось, достаточно много. Я надеюсь, что что-нибудь такое поломное мы еще откроем. Кружащийся поток, гоблин из Зурта, стражник Троллоид и редкая карта, украшение изумления. И файлы в этом бустере нету. Скотокрылая шпионка, шаман раскола,
Инкубация несоответствия. И редкая карта. Хо-хо-хо! Одного мы все-таки поймали в этом дисплее. $35 гидроидный красис. Это карточка Симиков, которая играет у нас в Галгари Дечке, которая превращает эту Галгари Дечку в какую-то... Как она называется? Черно-зелено-синюю. Ну, в общем, смысл в том, что ради одной вот карты добавили новый цвет синий. Ну, после этого, естественно, положили там какие-то контерспельчики, но смысл в том, что синий ради гидроидного кразиса. Карточка совершенно поломная, я играл ей на в прилизные выходные в MTG Arena на Силиде. И, естественно, после того, как мне на какой-то там 10-й ход его поставили, или там, не помню, ну, уже на поздних ходах, он вылез, во-первых, очень большой, во-вторых, он нагенил много жизни, надрол много карт. И после этого мне стало грустно, печально, и я, в общем, проиграл после этого. Так что вот, вот такого еще файлового, и дисплей будет просто шоколадный. А, ну, тем не менее, у нас пока что файловые лесные кустомерки. Те файловые красисы, которых мы заслужили. Здесь у нас 10. Ангел сводов, первый анкоман. Дрейк штормового предела. Прозорливость Довина. И редкая карта. Венефер. Тоже достаточно прикольно. А, кстати говоря, это третий мифик в этом дисплее. Красис был вторым. Самым дорогим мификом, самой дорогой картой. И т.п. и т.д. Венефер тоже где-то, Венефар, тоже где-то наверху находится по ценникам. И, в принципе, достаточно прикольная сама по себе. И, в общем, тоже я рад. Я рад. Жуткая насмешка. Пылающие врата. А опять же, анкоман, играющий в дечке, соответственно, на вратах. Достаточно, кстати говоря, так получается, ничего себе. Еще одна руба-карабатка. И страж инкубаторного зала. Сначала вроде как пошел наверх, сейчас ценничек опускаться начал. Ну вот, не знаю, народ очень активно его играет в Галгарии, в Симиках. Я попробовал, мне не понравилось, я не знаю. Ну, блин, ну, допустим, вы будете играть на второй ход существо 2-2, допустим, вы на третий ход получите еще одного 2-2, который становится 3-3 в руку. Но на третий ход хочется играть уже что-то большее, а на четвертый ход тем более еще что-то большее. Я не знаю, честно говоря. Не понимаю как бы хайпа вот по поводу этой карты. С другой стороны, я много чего не понимаю. Снова 10. Небесные узы у нас первый анкоман. Рыцарь последнего вздоха второй анкоман. Маг гильдии клана третий анкоман. И редкая карта. Электродоминация. Мне нравится. Где-то она вроде как играет, но по поводу стоимости пока что хайпа вроде до нее нету. Я хотел себе в монорэд положить, но понял, что слишком она тяжелая для монорэда. Может быть, в какой-нибудь там... тяжелый монорэд, там, типа как этот бигрэд. В общем, надо играть что-то такое большое с нее, тогда будет прикольно. Врата Симиков и Кентавр. Дисплейчик у нас к концу подходит. Осталось, не считая этого, еще 3 бустера. И я все еще не теряю надежды скрыть второй Шокленд хотя бы. А то что это такое-то вообще?
Лавкач с улицы Жестянщиков, первый анкоман. Сфинкс, договор гильдии, второй анкоман. Громила из клана Бурлаков, Барлаков, третий анкоман. И площадь Согласия, это совсем не Шокланд. Тоже земля, тоже редкая, но не та, которая хотелось бы. Азориусы и человек-фишечка. Вау, здесь 9. Регенезис 1 анкоман. Безжалостный понтифик 2 анкоман. Прощение потребления. Приобщение, извиняюсь, потребление 3 анкоман. И редкая карта оплеуха острастка. Я пробовал играть в грулах. Ну, как бы оплеуха хорошо, а острастка в грулах, ну, учитывая, что ритм диких не дает беспорядков для фишек, для фишек, да, то как бы получается не очень синергично. Ну так, в принципе, ничего. Может, она что-то и стоит даже, не знаю. И что у нас за файла-то здесь? Самое интересное. Файла у нас здесь. Маг гильдии комбината. Файловый анкоман выглядит прикольно достаточно. Здесь без файлы. Вымогатели Арзовов. Стена потерянных мыслей. Биогенное улучшение. И редкая карта. Друид инкубации. Должен, наверное, что-то стоить. Потому что, в принципе, достаточно прикольный. Ну что же, вот мы и дошли до самого конца. Последний бустер у нас принадлежит Рагдосам. Надеюсь, что Рагдосы нас порадуют чем-нибудь таким хорошим представлением. Здесь файла. Приятно, когда в последнем бустере есть файлушка. Зажечь сцену, первый анкоман. Небесный страж Азориуса, второй анкоман. Ритм диких. Кстати говоря, первый на этот дисплей, насколько я помню. Ритм диких, третий анкоман. И редкая карта у нас здесь. Настойчивый десятинник. Видел я, играли им в какой-то, насколько я помню, то ли Борос, то ли Аджутай деке. Ну, в общем, как бы достаточно хорошая карта. И, наверное, что-то стоит. Так, положим его и посмотрим, что у нас за файлушка. Файлушка, к сожалению, не эпична. Файлушка у нас Пегас из Конкордии, это Каманочек. Ну что же, вот такое вот у нас сегодня получилось вскрытие. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее вскрытие. Или что-нибудь еще более интересное. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Еще раз напомню, что данное вскрытие стало возможным при поддержке магазина SpellMarket. И в этом магазине вы сможете купить все вскрытые сегодня карточки, либо запечатанную продукцию по приятным для вас ценам. Ссылочка на сайт магазина внизу под видео. Играйте в магию, будьте клевыми. Пока-пока!